Всем привет! Сегодня я покажу вам, как можно зарядить смартфон от практически любого аккумулятора соответствующей емкости с напряжением 6, 12, 24, 36 вольт, это не важно. Ну, включая, само собой, и автомобильный. Ну и пока аккумулятор будет заряжаться, я расскажу вам один бородатый анекдот. Значит, для этого нам необходимо понижающий стабилизатор DC в DC с диапазоном работы по входному напряжению от 6 до 40 вольт, который на выходе выдает 5 вольт до 3 ампер. Этот стабилизатор имеет два USB порта, что позволяет заряжать два устройства одновременно. В описании я укажу точные параметры и название этого стабилизатора. Зачем это нужно? У многих есть дома разный электроинструмент, производители которого в последнее время пошли в сторону повышения напряжения в элементах питания. Этот понижающий стабилизатор LM2596S позволяет заряжать вам телефон без дополнительных подстроек от аккумуляторов с любым напряжением в пределах 6-40 вольт. Переходим к подключению. На плате стабилизатора есть два гнезда, плюс и минус, куда мы прикручиваем два провода. К противоположным концам этих проводов мы для удобства прикручиваем два крокодила. Очень важно не перепутать провода при подключении к аккумуляторам. Подключаем родной шнур от телефона, в нашем случае через USB тестер. Далее подключаем клеммы к аккумулятору. Все, зарядка пошла. Ну, теперь, пока я буду рассказывать анекдот, вы можете спокойно поставить лайк, подписаться. Едут два студента в поезде, в купе. Один украинец, другой иностранный студент по обмену. Ну, решили поужинать. Украинец достает из сумки яйца. Иностранец: ой, а что это у тебя такое? Говорит: ну, яйца куриные. Иностранец говорит: ну разве это яйца? Достает два таких страусиных яйца. Говорит: вот это яйца, страус. Вот я понимаю. Украинец достает кусочек сала. Иностранец: ой, а что это у тебя такое? Украинец говорит: ну, сало. Иностранец говорит: ну разве же это сало? Достает такой лапоть сала шириной 25 сантиметров. Говорит: вот это сало. Гипопотам. Покушали. Украинец достает из сумки арбуз. Иностранец такой: ой, а что это у тебя за ягоды такие? Украинец прищурился хитро и говорит: а это у нас крыжовник такой, дичка. Так, как я говорил, заряжать можно от аккумуляторов с разным напряжением. Можно придумать нехитрые устройства для того, чтобы не разбирать аккумуляторы. Например, от такого. Думаю, некоторым это видео оказалось полезным. Так что не забывайте подписаться, поставить лайк. Всего вам доброго, удачи. Пока.